Мешает ли автолюбителям реклама? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к димитровградским автолюбителям. Я думаю, что как-то не мешает. Что здесь еще сказать? Вы внимание обращаете? Кому надо, обращает внимание. Кому надо, тот смотрит на знаки, на пешеходов. Бывают такие вот, допустим, вы выезжаете с какого-то перекрестка и мешает вам баннер или там еще что-то? Ну, просто нет, пока что не было такого. Нет. А вот у ГИБДД к рекламным баннерам и так называемым растяжкам над дорогой есть нарекания. Они не соответствуют нормативным требованиям. Если рассматривать город Димитровград, то у нас, в принципе, большинство рекламных щитов расположено нарушение как раз требований ГОСТа. Основная претензия – неправильное расположение рекламы. Самое основное нарушение – это размещение рекламных конструкций ближе 20 метров в населенных пунктах перед пересечением дорог. Тут надо учитывать, что есть понятие перекресток, а есть понятие пересечения автомобильных дорог. Так вот, пересечением автомобильных дорог является и выезд заправочных комплексов, и выезд с прилегающих территорий. Плохой обзор проезжей части, как следствие, дорожное происшествие. А виновным в большинстве случаев оказывается водитель, которому реклама вроде бы и не мешала. Хотя наказание за неправильное размещение рекламы все же существует. По соответствующим статьям административного кодекса в Димитровграде уже выявлено 5 случаев ненадлежащего расположения рекламы. Нарушители привлечены к ответственности. Татьяна Балунина, Константин Белов. Наше время.